Ветер северный до 12 метров в секунду. О температуре в городах. В Верхнеуральске для полученной осадки не больше 0, в Магнитогорских Карпатах плюс 1, а в Южноуральске и Троицке 3 выше 0. До конца рабочей недели сухой, но холодный антициклон продолжит формировать погоду в регионе. В выходные новый атмосферный фронт принесет волну влажного и теплого воздуха вместе с порцией осадков. Итак, в четверг в городе минус 5 ночью и плюс 3 днем. В пятницу температура 4, ниже 0, дневные часы 4 градуса тепла. В субботу ночью минус 1, а днем плюс 6. Это был прогноз погоды. Данный номер предоставлен центром ФОБОС. Вам удачи и до встречи. We'll be right back.
Thank you.